Приветствую, друзья! Если на вашей Sony Xperia SP-C5303 помер аккумулятор, и вам сказали, что его заменить нельзя, только в мастерских, не так. Можно заказать с AliExpress батарею, к ней идет набор инструментов, и поменять самому. Если есть две руки, если есть инструменты, то это вполне осуществимо. Цена вопроса $9. В комплекте инструментов у нас присоска зачем-то, три отвертки, но я воспользуюсь своими. Китайские они, в принципе, одноразовыми. Ими трудно что-то открутить, они очень быстро срываются. Две расщеплялки, две подцеплялки. Батарея емкостью 2500 мАч. Как сказано в описании, это почтенный китайский бренд, который делает аккумуляторы. QCKBS. Поехали разбирать. Сбоку есть впадинка, и вот через нее мы начинаем отсоединять крышку. Теперь надо открутить все винты, которые мы видим. Воспользуемся супер моим наборчиком инструментов. Я на него уже видеообзор делал. Ссылку оставлю на это видео в описании. Теперь аккуратно отделяем заднюю часть. Аккуратно здесь шлейф. Отсоединяем этот шлейф. Он немножко на скотче здесь подклеен. Теперь нам надо отсоединить все шлейфы, которые видим. Откручиваем два винта. Аккуратно отсоединяем саму плату телефона. Добрались до батареи. И обратите внимание, то есть на покупной батарее нет медяхи, на штатной есть медяха. Эту медяху надо отклеить и переклеить на эту батарею. Она является теплоотводом. Теперь собираем все в обратном порядке. Пробуем включить. Да, вибрация пошла. В описании написано, что батарея разряжена на 100%. Но какой-то заряд все-таки есть. Все в порядке, все включилось. И заряд, кстати, нифиговый, где-то 80%. Если телефон не включился, то в описании сказано, что аккумулятор надо зарядить в течение 4-5 часов. Аккумулятор успешно заменен, так что пробуйте, удачи! Где найти этот товар на AliExpress? Ссылка в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.